Очередной новострой с видом на море. По соседству с мужским монастырем и второй детской больницей появится жилой комплекс. На территории бывшего санатория «Якорь» планируют возвести шестиэтажный дом с подземным паркингом и детсадом. Рассчитан комплекс приблизительно на 350 человек. Правда, местные не спешат радоваться такому соседству. Переживают из-за вероятности транспортного коллапса. Добраться к новострою можно только по одной узкой дороге, которая ведет к воротам монастыря. Беспокоит и соседство с больницей. Відносно дитячої лікарні, чи не буде перешкоджати діяльності нормальне функціонування дитячої палати, там де є інтенсивна терапія, до оця будова. Впрочем, по мнению активистов, самый опасный момент – это возможная нагрузка на склоны и вероятность оползней. Однако застройщики уверяют, любой дискомфорт будет минимальным, проводятся исследования. Заказчиком был заключен договор со специализированной организацией, которая выполнила часть изысканий, упомянутых в технических условиях. Это геология, в том числе не только на площадке строительства, а и на склоне. Расчет устойчивости склона. Были выполнены работы по обследованию дренажной галереи. Никакой опасности по выводам этих отчетов и работы этих специалистов не наблюдается на данный момент. Разрешение на строительство застройщик еще не получил, но рядом с будущим комплексом уже оборудован отдел продаж, пока закрытый. Также за забором виднеется строительный кран и другая спецтехника. Активно ездят грузовики. По словам застройщиков, там ведутся подготовительные работы. Отмечу, территория бывшего санатория приватизирована еще в 90-х. В собственности фирмы с 2007 года.